тем самым мы пропагандируем, чтобы все ходили к красным на стадион. Здорово. Привет. Как тебе досмотр? Нравится на стадионах? Я сколько билетов? Одни руки. Красивая надпись теперь на русском языке. Спартак Спорт. Лена Солнышко. Она всегда улыбается вообще. Вообще смешно, ничего не было. Я не сбивайте. Леш, привет. Для тех, кто не в курсе, Алексей руководитель нашего магазина. С друзьями как-то собрались и поняли, что у нас в движении нет магазина фанатского, который бы так пропагандировал ценности трибуны. В то время как раз Фратрия зарождалась, вот, решили вот объединить приятное с полезным, создать магазин Фратрия и объединить в нем и офис, и магазин, соответственно, чтобы магазин приносил там часть средств на движение. Мы раньше размещали свои заказы в Китае, так как там очень высокое качество производства. На данный момент мы отказались от китайских заказов, перенести все полностью в Россию. Вот, здесь уже приложили немного усилий и добиваемся достаточно хорошего качества. Вот для примера новая коллекция от Fratria Design. Fratria Design — это наша команда, разрабатывающая коллекции одежды. Полка Север. Север — это линейка одежды для как раз-таки северной трибуны. Для активной части, для активной, да, болельщиков? Части болельщиков, да. Предъявление абонемента на футбол, на стадион, соответственно, идет скидка 990 рублей на каждой красной майке. Тем самым мы пропагандируем, чтобы все ходили красным на стадион. Из основных наших линеек, свитшоты, толстовки. Вот, запустили недавно новый цвет, очень пользуется популярностью. Мы делаем акцент сейчас на повседневных вещах, стараемся более как бы в эту сторону идти. Толстовка «Север», опять же, для активной части болельщиков. Всем знакомые, пользующиеся спросом, ФКСМ «Камы». А детские вот эти вот ползунки, они как, с нуля до года? Как? Да, да, в нашем магазине присутствуют также и вещи для маленьких детей. Да, то есть от 0 и до 12 месяцев. То есть вы с детства приобщаете? Конечно, с детства раскидываете. Болеть, да, за великие, да, могут. То есть модные. Также присутствует и классика. Это хорошая, да. Очень много всяких женских футболок. Также красные. Так как на трибуну нужно ходить в красном. Мы планируем много новинок. Не буду сейчас до конца все раскрывать. Хочу лишь сказать, что в скором времени выйдет журнал по десятилетию Фратри. Там будет подробная статья о магазине, и там вы подробно узнаете о наших планах. Леш, спасибо за общение, да, было интересно. Спасибо, Леш. Да, удачи, процветания магазина. Да, спасибо вам. Да. Сегодня мы в магазине Росультрас. Расскажи, для кого, для какой аудитории, наверное, нацелена ваша одежда. Интересных ребятам вариантов, как и для трибуны, так и на каждый день. То есть очень популярная модель «Знамя», «Дух старой школы». Вот это более футбольная такая «Траблмейкерс». Да, это интересно. Но у вас, я так понимаю, не обязательно ваша атрибутика нацелена там на какую-то футбольную, да, атмосферу? Нет, ну это могут быть как и футбольные фанаты, так и одежда на каждый день. То есть не обязательно привязываться к определенной стилистике. Это может быть как и агрессивные такие принты, так и достаточно спокойные, касающиеся даже, может быть, где-то историческо-славянских мифологий. То есть тот же Перун, вот, например, есть, да, славянская тематика, славянское божество. И такая более хулиганская. Это всем понятная аббревиатура. Ну да, согласен. Против современного футбола. Да? Еще кофты, да, интересно. Достаточно плотные, качественно очень сделаны. Серые, черные расцветки. Кофты с капюшонами, худи так называемые, на молнии, с контрастной подкладочкой, с кармашком на липучке. Одеваются через голову, да, везде фирменная символика. Все утягивается, все подтягивается, регулируется, то есть достаточно комфортно и удобно. А на каждый день более облегченные варианты разных расцветок, много размеров. Вот на каждый день можно носить и под куртку, можно и более, когда теплая погода будет. Брюки
зауженные на резинках, пиксельные, оливковые, камуфляж синий, камуфляж зеленый. Женские футболки тоже есть. Всеми любимое знамя. Москва. Любимый всеми Акап. Классика. Идея родилась давно, достаточно, в 2007 году. Было не так много магазинов, которые продавали одежду для фанатов, для тех, кто ездит на футбол, посещает трибуны. За это время раскрутились, появилось очень много предложений, что касается футбола, курток, кофт, брюк. Все это делается уже в России. Ну, идея-то на самом деле грандиозная, то есть расширить ассортимент, который бы народ покупал, которым бы нравилось. То есть будем разрабатывать какие-то свои интересные идеи. Ждем вас в нашем магазине. Обладателем карты Fratria скидка 10% на весь ассортимент. Все, спасибо тебе большое. Всего хорошего. Спасибо. Приехали вовремя прям. Поехали домой. Уважаемые граждане, всем, кто приобрел билеты, убедительная просьба освободить площадь и пройти на территорию стадиона. Как тебе досмотр? Нравится на стадионах? Если без мата. Замечательный досмотр. На самом деле, нет. Замечательный. Россия забила гол. Радость неимоверная. Только пацаны не радуются все равно. Да? Паш, как тебе сборная? Нормально все? Отлично, вообще отличная сборная. Поднял уровень поддержки? Поддержки, да. На самом деле, товарищеский матч, сложно организовать какую-либо поддержку. Таким контингентом, вот, к сожалению, очень мало активных болельщиков сегодня на трибунах. Стараемся. Из того, что есть, выжимаем максимум. Но на Евро будет намного лучше. Мы подготовимся, надеюсь, и на Евро дадим всем просраться. Пока разминка, да, в легкой. Ладно, брат, я домой поехал. В легкой форме. Давай, все, брат. Да. Убери грязную. Да, вот так.